Вот вам маленький мини такой тестик прямо сейчас. С каким из этих слов, которые вы сейчас увидите, например, просится артикль a или n? Bananas, eat, elephant. Итак, давайте обсудим. Вы какой-то там уже вариант себе выбрали. Bananas. Банана. Банана. С ним нельзя. Дорогие друзья, с ним не пойдет. Почему? Потому что я прям сказал так. Bananas. Потому что это множественное число. Это несколько бананов. Не пойдет. A или N нельзя поставить. Eat. Тоже не подойдет. Потому что, как мы сказали в начале, eat или to eat это глагол. Переводится есть, кушать. Мы ставим существительными. И, конечно же, правильный ответ elephant. Мы ставим N elephant. Поэтому третий вариант был верный.